Так, продолжение рубрики «Ремонт дороги Днепр-Кривой Рог». Сегодня у нас 3 декабря 2020 года. Продолжается ремонт дороги. Ориентир, получается, село Долинское. Правая полоса перекрыта. Движение по левой полосе. Доделывают мост. Вот идут дорожные работы. Красотища. Тоже поставили новое освещение. Сейчас переезжаем на правую полосу обратно. Здесь техника делает правую обочину. Село Долинское, ориентир. Получается, делают отливы, чтобы вода текла не по дороге. Работы идут полным ходом.